С годовщиной, доктор Келса. Извините, сэр. Сэр? Привет всем, привет всем! Вас приветствует канал Лига Мьюзик Варс. Ребята, все, заканчивается у нас акция. Все, майская последняя партия подарков. Сразу с супер призом за 32 рубина. Сейчас куча появится всяких разных видяшек у донатов. Как я закупил кучу подарков и открыл. Типа такого. Вот. Все, кто... по акции копили подарки, как я. Время их открывать, ребята. Можно открывать постепенно. Можно еще до 15 числа, как и положено. В предпоследний или последний день. А собрать еще дополнительно несколько заданий на звезды. Можно же без рингтонов сейчас звезды получить. А звезды все спустить на подарки. Вот. Также по возможности, если у кого-то остались самые первые подарки, в которых был пенек, вот у меня еще их 33 штуки, вам по максимальному надо купить в магазине будет топорик, потому что с него сейчас топорик этот навыпадает плюс 5 обязательно. Поэтому желательно вексели подзаработать, соответственно там, насколько я понимаю, их надо 500. Чтобы полностью закрыть топорик плюс 5. И только потом начинать открывать подарки. Что у нас там по распродаже? Так, насколько я понимаю, появился карманный хакер. Ну, наконец-то. Более-менее адекватный приз в конце. А то эта гроза районов нафиг никому не нужна. Так. Ну и все. И шанс, соответственно, 2х выключили весь. Я почти все скупил, вот у меня осталось, получается, 500 векселей набить. Это за 2 дня я сделаю, скорее всего, ну, даже может быть за день, и заберу все оставшиеся подарки. Чтобы их не было. Так, следующая акция у нас будет, скорее всего, типа летняя жара. Там будут шейхи, будет нефть, какой приз я не знаю. Поэтому будем ждать до 15 числа. В общем, с обновлением вас и с окончанием акции, ребята. Счастливо всем. Спасибо за просмотр. Наконец-то дождались.